Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герон Танк. Начнем с открытия наших сундучков. Так, на кольт. Окей. Что нам здесь выпадет? Так, уровень. А, нет, это не уровень, это карточка. Что я несу-то? Так, дальше. Вторая карточка. И третья, то есть дрэп можно прокачать. Дрэп же его, по-моему, да, звать? Так, это меня не интересует. Челябинск, тигр. Тоже как бы не особо. Опять же, на Челя... все на Челябинск, ребята, выпадает. Хоть ты что тут делай, все на Челябинск. Значит так, я могу прокачать. Где у меня дрэп? Вот. Я могу его прокачать, улучшить. Пускай будет такой. Ну, кататься мы, наверное, будем... кататься, подожди, какой кататься? Нам надо идти и зарабатывать. Где мой родной танк? Вот он. Т-34, конечно же, на нем, на легендарном нашем танке мы поедем сегодня зарабатывать кристаллы. Ну что, цель у меня такая, заработать все танки, которые есть в этой игре. Ну что, давай, поехали. Блин, я уже разучился играть, если честно. Воу-воу-воу, надо руку набивать. Ребят, вспоминаем. Ну, почти одинаково, да? Так, ну у меня идет. Так, если он сейчас поставит защиту. А он наверняка ее поставит. Все-таки я его передамажил. И это круто. Значит так, мы с тобой должны сегодня получить вот этот сундук, судя по всему. Так, играем снова. Так, я так понимаю, через... как у нас раньше? Бой нормально, бой реклама. Бой нормально, бой реклама. То есть через этот бой будет реклама. Не обессудьте, друзья мои, если я где-то не успею вырезать эту рекламу. Наталина Блейд. Ничего себе. По покупкам, ребята, Наталина Блейд круче, чем я. Смотри, едет ко мне. Понимаешь, да? Что ее пила здесь бесполезно. Вот так. Так, продолжаем наши бои. Слушай, ну реклама не показывает, игра вылетает. Это вот бесит, если честно. Подожди, а если мы вылетели, мы что с тобой, получается, награду что ли не взяли? Да нет, взяли, наверное. Так, я готов. Против Елены, что так много девчонок-то стало играть вдруг? Кто там у нас? Дрэп. Друзья мои, по мне бомбит дрэп собственной персоной. Он меня, видимо, хочет передамажить, но я сомневаюсь, что у него это получится. Ты взял себе отхил, да? Пока. Захотел чего? Нет. Такому не бывать. Гоним дальше. Так, один сундук мы уже с тобой там заработали. Ну, один сундук мы не будем скрывать. Fight. Fight. Вот тебе и файт. А зря он сюда идет. Не знаю, может быть, у него сейчас пила. Хотя пила, по-моему, дается сразу. Куда ты поперно? Вернись! Я все прощу. Плеер. Ну, это какой-то новичок был, на самом деле. И... блин, я думал, сейчас мы заработаем с тобой 4000 монет. А у нас еще, оказывается, нужен поединок один. Фух, я готов. Ох. Что у нас там? Дальше. Угу. Мне нравится, как здесь сделан задний фон. Если честно, прикольно. Опять дрэп. Ну, опять же, я его, ребят, передамажу. Все. Дрэп со мной здесь не сравнится. Ну и 4000 монет мы с тобой забираем. Как бы мне от них ни холодно, ни жарко, если честно. Меня больше интересует сундук.
И дело в том, что главное, чтобы на этом сундуке не вылететь. Ну, я имею в виду, чтобы реклама не сработала. Это будет плохо, если сработает. Угу. В бой. Файт. Опять дреб. И опять, ребята, та же самая песня. Если дреб думает, что он меня передамажит, то это... Что это? Что в данный момент он взял? Я не знаю, что там берет какую-то ерунду, но мы его разнесли. Ну что, пошли теперь за сундуком. Как ни крути, нам нужно его заработать. Блин, как же вот это долго ждать, эту прогрузку вот. Наверное, самое бесявое здесь. Это именно вот эта вот прогрузка. Так. Кенни. И покупкам он будет побольше, покруче. Челябинец. Так, что-то челябинец этот мутит. Не может чувак иметь столько кубков и так. Что это? Я не знаю, ребят, что он берет такое. Но мы его все равно снесли. Челябинец тут для нас вообще не конкурент. Будем честны. Давай дальше ехать. Ну давай, прогружайся быстрее, пожалуйста, а? Представляешь, вот с такого танка, со всех, если стволов бомбануть. Это было бы вообще круто. Непобедимый танк был бы. Если только с воздуха его можно было бы бомбить. Кто там у нас? Оу! Оу, ребята, вот это вот беда. А чё он там? Ну-ка. Ты глянь. А чё он не может ехать, я не могу понять. Что-то, мне кажется, у него там или хил. Нет, он просто решил меня передамажить, но, как видишь, не получилось. Итого у нас получается... Еще два поединка и сундук в кармане. Еще два поединка и сундук в кармане. Если там будут кристаллы, естественно, мы с тобой сделаем умножение. Ну давай, где там? О, зимушка-зима. Альфа-рушин. Альфа-рушин, ребят, какой-то против меня. И это кольт. Мы знаем прекрасно, чем кольт плох. Да что они там берут-то такое? Я никак не могу понять. Супер-пупер ускорение или что? Вообще ехать не могут. Дергается, дергается и все. В чем прикол? Объясни мне. Ну что, надеюсь, мы с тобой заберем сейчас этот замечательный сундук. А возможно, даже в нем, ребята, выпадет новый танк. Хотелось бы, конечно, но... Ты понимаешь, что шансов это очень мало. Тем более танки у нас осталось. У нас всего двух танков нету. Всего двух танков. Я не знаю, когда будут новые в игре танки. Оу! Воу-воу-воу-воу. Ребята, ко мне идет проблема. Испугалась проблема, да? До свидания. Вау! Диджей Игнат был. Итак, сундук. Слушай, есть смысл умножать, потому что 100 гемов есть. Так, ну что, получается у нас с тобой 200 кристаллов и сколько там денег? Короче, 300 или 400. 150 кристаллов, но это, ребята, ух, еще не совсем скоро, я тебе скажу. Придется как минимум 5, 10, 20, не, 15 поединков нужно сыграть, чтобы дойти до следующего кристалла. Я, по-моему, правильно посчитал. Могу, конечно, и заблуждаться. Опа! Неплохо начал чувачок, смотри. Но ты видишь, что я ему, по-моему, наношу урона намного больше, чем он мне. Куда там ушел? Ну вот и все. Ай! Так, друзья мои, сейчас доиграемся. Нет, все, мы успели. Хе-хе-хе, такой смех еще. Так, первая, да, победа? Ну что ж, поехали. Питок еще отобьем. Там три сундучка у нас уже собраны. Так что можно будет их потом все вскрыть и посмотреть, что там выпадет. Хотелось бы, конечно, еще прокачать мне танк, но, видишь, карточки не падают.
К сожалению, на мой танк. Ну, где-то в полях с тобой, в поле, горы, я не знаю там. Опа, такой же, ребят, такой же, точь в точь. Я открыл счет, поэтому... Не понял. Окей. Так, ребят, насколько... Все, парень. Медведь-киллер. Я помню, помню такого медведя-киллера. Уже не впервые я с ним сталкиваюсь. И я даже не скажу, я не уверен, что это, ребята, был... Хотя, скорее всего, это был бот. Потому что тот медведь-киллер... Ну, не может он сидеть и играть в эту игру постоянно. Хотя он выпадает мне уже второй или третий раз. Это как минимум. Какой там второй или третий, если не десятый? Все время я с ним перехлёстываюсь. Так, Nintendo. Против меня или я против него? Дреб. Я открыл счет, ребята. У меня снаряды летят быстрее, чем у него. Ну и пока Петрушка. Самый настоящий был Петрушка. Окей. Погнали дальше. Ну, 5000 монет. Ну что это за награда, друзья мои? 5000 монет. Когда у меня там... Сколько у меня денег-то вообще там? 1200? Не, 200 это дофига. Там 20 тысяч, наверное, монет. А что не доб... Я уже думал, не прогружается. Какой-то Эрни. Я против Эрни или Эрни против меня? Ну, дреб сразу получил. О, все, ребят. Если они хотят воевать по моей тактике, то они выбрали не самый лучший вариант. Да что такое-то? Не самый лучший вариант они взяли. Все. Это моя тактика. Встать за укрытие и бомбить. Ну, еще один бой. Так, 5000, потом здесь почему-то 6000. Всего на 1000 больше. Я считаю, что как бы, ну, это мало. 5 боев за 1000 только нужно сделать. Ну ладно. Их условия, так будем по их условиям играть. Шардс КС. Челябинец. Такой маленький идет. Да на тебе. Готов. КСС. Вот тебе и КСС. Есть. 5000, ребят, зарабатываем. Как бы для меня это крохи. На самом деле. Ну, я имею в виду 5000 игровых, естественно. Крохи. То вы сейчас подумайте еще. 5... Зажрался парень, 5000 для него уже не деньги. Нет, я имею в виду игровые именно. Так, ну что. Зимушка, зима. Флеминг. Мы против Флеминга играем. Кто такой Флеминг? Оу, ребята, ёк-макарёк, это что? Это фейлом пахнет. Да ну хорош, куда он там? Что он хочет сделать? Попал? Я по нему нет. О, наверстываем. Не, ребята, это никак не бот, 100% тебе говорю. Хотя... Что-то заелозил там, я не знаю, что он сделал. Короче, он из-за этого исфейлился. А были все шансы у него на победу на самом-то деле. Я даже уже подумал, все, ребят, приплыли. Но нет, все-таки мы успели с тобой отбиться. Как же долго прогрузка-то это идет. Вот. Там ничего такого суперского нету, да, прогружать. В более солидных играх прогрузка идет и то быстрее, чем здесь. Эмфи. Попробуем. Попал, открытие, открытие начали. Ну все, это, по-моему, ребят, это уже бот начинает тупить. Ты посмотри. Стабилизировался, да поздно, поздно. Окей. Двигаемся дальше. Ну, наверное, мы с тобой возьмем сегодня 150 кристаллов и на этом закончим. Если возьмем, если доберемся еще. Потому что противники тут жесткие, лютые, можно нарваться на любого. Ну вот если я смотрю, вот берем мы с тобой этот танк. Противники еще более-менее мягкие, да? Если мы с тобой берем танк элитный,
то там уже жестко начинается. Поехали. Так, счет мы открыли. Это мне не нравится. Так, он дамажит. Так, пора щит ставить. Фух. Шикарно. Ну что, еще два боя. Это мы с тобой 6 штук монет заработаем. И там еще 5. Получается, в общем количестве 7 боев. Нам нужно еще здесь сыграть. Fight. Вот тебе и файт. Кто там? Дрэп опять? Да ну! Рэй, ты хорош, железо, ты чё? Да, по-моему, бот, ребят, начинает тупить. Ты посмотри. Я сомневаюсь, что вот так бы начал бы реальный игрок делать. Туда-сюда елозить. Без всяких на то причин. Это боты. Хотя я думал, что здесь онлайн. Может быть, он и есть, но надо, наверное, 2 на 2 играть, скорее всего. Не хотелось бы просто сфейлиться. Если бы у нас было бы здесь вся награда, да, можно было бы, конечно, без проблем сыграть 2 на 2 режим. Кстати, надо будет зайти в режим, может быть, что-то там добавилось, я не заходил. Я сразу пошел в поединки. Эй. Так. Промашку он дал. Что ты, вот что вы берете-то такое, а? Смотри, у него какие эти гусеницы. Прям красно-огненные такие. А толку никакого. И вот они, 6000. 6000 на карман. Ну что, теперь есть стимул, конечно же, заработать 150 кристаллов. Так что давай пробовать. Ну, разруха. Страшное дело, война. Очень страшно, ребят. Опять же флейминг. Что это он? Вот что он там взял? Объясни мне. Я не знаю, что он там взял. Это беспонт. Просто беспонт. Разнес его как клопа. Хопа. И смотри, опять же 150 гемов получаешь. Там уже 7000 монет стоит, понимаешь? 7000. Что ты на эти 7000? Кстати, мы же можем с тобой, если у нас приличное количество денег, по-моему, мы можем открыть с тобой новые карты. По-моему, так. Кто это у нас? Ой, родной ты мой, челябинец. Так, крадется. Вот этого, ребят, я не понимаю вот этого прикола, если честно. Ну что вот он пилу свою достал? И чего? И чего? Стоит она там и дрынькает, и смысла от нее вообще никакого нету. Так, у нас там еще сундучки. По-моему, 6 сундуков уже накопилось, кстати. Надо будет вскрыть. Позже надо будет вскрыть. Ну... Дэд. Тут там по рации. Дэд. Фокс Таргут. Челябинец. Малыш. Починку. Починку взял. Ты хочешь меня пробить, да? Но духу не хватило, понимаешь? Не хватило духу. Тюк. Ну что, 2 поединка у нас остается всего лишь. Всего лишь 2 поединочка. Ну, давай. Ну что опять-то там завис-то? Fight. Файт. Это не файт, это... просто избиение. Ох ты, сбил. Попал им. Да что ты? Что там берет? Что это такое он взял? Пробивные пули какие-то? Ускоренную стрельбу? Не знаю, ребят. И последний на сегодня поединок мы сделаем. Многие просят: Рэй, вернись и поиграй в игру Мафиоза. Ребят, я уже 1000 лет в нее не играл. Но знаешь, что там, по-моему, 2 новых персонажа. А может быть, как-нибудь на досуге сыграем, но...
Вы, вас не поймешь. Начинаешь играть, ой, лучше не играй, руки кривые. Начинаешь не играть, вернись, поиграй. Вас не поймешь, ребят. Если вы считаете себя супер-пупер мастерами там, да я больше уверен, что вы, многие из вас, кто там считает себя супер-пупер мастером, на каждого мастера найдется более сильный мастер, понимаешь? Я не говорю, что я супер-пупер игрок в этих играх, там, мафиози, растения против зомби и так далее. Я играю по фану, по большому счету. По фану, просто по интересу. Так, ребят, ну что, мы с тобой получаем 150 кристаллов. Я возвращаюсь обратно в меню. Итого у нас 423 кристалла, как ты видишь. 8 сундуков, которые я сейчас буду открывать. Угу, опять же на дреб. На челябинец выпадает. О! Вот еще бы, дали бы мне карточку, я бы, ребята, танк свой прокачал. Слушай, он будет 6-м уровнем у нас. Так, это наш Штейн. Так, это у нас Кольт. Ух ты, на Кольт дали пилу. Что это сейчас такой звук был? Такой звук интересный. И последний сундук. Дреб. Как-то так. Значит, я могу себе прокачать свой танк. Это совсем крошки, ребят. Совсем надо же, щит у меня, ребята, уровень получил. Первый мой. Фиг знает за сколько времени. Да. У челябинца дофига, ребят, прокачка. Прикинь, у него щит 10 из 10. Щит. У тебя максимальный уровень этого бустера, пишут. Я не знаю, это его, наверное, ставишь, и фиг ты его пробьешь вообще когда-нибудь. Но челябинец это все-таки не мое. Вы знаете, да, что его поднимает, мотыляет, как не знаю кого. Дреб. На дребе нет никакого бустера абсолютно. Как бы покупать мне его не хочется, потому что он стоит 40 кристаллов. Кристаллы мы с тобой собираем. Тигр. Тигр надо прокачивать. Он нулевого уровня, хотя бы уровня 2-3. То же самое касается и вафли. И Штейна касается. Не помню, ребят, что это танк из себя представляет. Вот 2500 и 2800. Вот столько нам нужно заработать. В общей сложности это 5300. 5300 монет, ну, и кристаллов. И все у нас будет хорошо. Все будет в ажуре. А режим есть новый какие-нибудь? Все, что можно было за деньги купить, я купил. Получается, вот тут за 500 и за 500. Это только лишь... А, так они еще скоро. То есть над игрой работают, я так понимаю. Значит, скоро так хорошо. Онлайн 2 на 2. Онлайн 1 на 1. И гнутые ствола. Стволы. Ну ладно. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.